такой гайдай? Почему вообще про него нужно помнить? Несмотря на то, что в живых его нет уже много лет. Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан. Квиз родился как форма преподнесения информации, рассказа о нашем земляке Леониде Гайдае. Так, вы готовы? Как-то проявите себя, чтобы я понял, что мы все еще на связи. В каком году и где снял свой первый фильм Леонид Гайдай? Время пошло. Сюжетом о трех самогонщиках был размещен в русской газете. БКПБ, КПСС, радикальная партия социал-революционеров. Время вышло, встаем. Что форма игры – это всегда что-то увлекательное, это всегда подогревает внутренние силы, мобилизует. Вопросы заданы, ответы получены, поаплодируйте друг другу, вы это сделали. У меня на самом деле трясутся руки, потому что никак не ожидали такого поворота. Выиграл благотворительный фонд «Подари планете жизнь».